Тамбовская молодежь отпраздновала День молодежи. Накануне на площади музыки прошли праздничные гуляния, в которых приняли участие тысячи жителей города и области. Улица Набережная вчерашним вечером обзавелась аллеей здоровья, Арбатом, переулком детства и другими зонами отдыха. В качестве подарка для молодежи выступила популярная музыкальная группа из Беларуси. Все подробности в сюжете Дмитрия Ерофеева. Тамбов молодой. Пожалуй, это самое подходящее объяснение тому, что происходило в этот вечер на набережной города. Ребята из общественных организаций, спортивных и образовательных учреждений собственным примером показали, что их жизнь по-настоящему интересна и увлекательна. Взять хотя бы Арбат, организованный юными художниками. От желающих обзавестись портретом попросту не было отбоя, а колоритная внешность юных мечтателей так и притягивала девушек одну за другой. Творчество в моде. Сейчас как можно больше мы стараемся привлекать молодежи. Именно даже там первые, вторые курсы, они очень этим интересуются. А мы, поскольку мы архитекторы, у нас много тех, кто закончил художественную школу. И поэтому для нас творчество – это жизнь. Девушки в этот вечер развлекались как могли. Чего только стоит прогулка на ходулях. Такой вот несвойственный для сегодняшнего времени экстрим. Это тяжелее, чем на шпильках, на каблуках? Да. Намного тяжелее. В продолжении темы о необычной внешности сегодняшней молодежи нельзя обойти стороной гостей из-за рубежа. Они, как обычно, вне конкуренции. Среди талантов – рисунки хной. Отличная возможность для тех, кто мечтает о временной татуировке. На вопрос, отличается ли чем-то российская молодежь от своих африканских ровесников, гости отвечают более чем дружелюбно. Для меня они все одинаковые, они хорошие, они все люди, как наши люди. Различия не думаю, что есть, потому что у нас хорошие и плохие люди, они все одинаковые для нас. Для меня все русские, которые я с ними встретимся, они очень хорошие. Да. Не прошли мимо праздника и представители власти. По словам главы администрации города, тамбовская молодежь не только требует к себе внимания, но и проявляет сегодня массу инициатив. Самое важное сейчас, в ближайший период времени, этим летом, мы откроем, конечно же, молодежный театр. И я думаю, что это творческие люди, которые придут, а может быть, кто-то придет и раскроет свой талант, и мы увидим в нем. Ну а потом, конечно же, тому, чему обучают сегодня профессионалы молодежь, они выйдут на профессиональную уже сцену. Праздник постепенно приближался ко второй своей части – музыкальной. В ожидании концерта подрастающее поколение поделилось впечатлениями от увиденного. Очень здорово все устроено, и с конкурсами, и с разными... Я выиграл 2 жетона! Да, мы выиграли 6 бутылок лимонада, раздали их, сделали добро. Настроение отличное, все, конечно, хорошая атмосфера тут, много всего прикольного, но хорошо, Тамбов весело. Я очень люблю Тамбов, да, потому что там друзья помогаем. Люди помогаем друг друзья, это очень-очень хорошо. Вообще я пришел послушать Айову, потому что я не знаю, кто это, мне интересно, да. Некоторые тамбовчане все же знакомы с репертуаром белорусской группы. Отрывки некоторых песен звучали наизусть. Говорят, молодость – это в первую очередь планы на будущее. Но в этот вечер все было иначе. Молодость обрела облик лирики и романтики. Дмитрий Ерофеев, Александр Поздняков, Артем Друцкий. Область новостей.